Чао, Кая Миша. Меня зовут Дмитрий, я технический специалист компании PayPal Chemicals. Сегодня мы поговорим о профессиональных аксессуарах PayPal Chemicals, предназначенных для повышения эффективности эксплуатации элиминейторов и удобства их подключения к очищаемым объектам. Комплекты Adapter Kit и Adapter Kit Pro обеспечат подключение элиминейторов к шнурам оборудования различного диаметра. Присоединительный диаметр резьбы шлангов элиминейтора составляет 0,5 или 3/4 дюйма. Адаптер кит состоит из переходников с внешней резьбой, которые обеспечат подключение к трубопроводам других диаметров. В комплект входят муфта 0,5 на 3/4, муфта 0,5 на 1 дюйм, муфта 3/4 на 1 дюйм. Муфта 0,5 на 3/4 и 1/2 на дюйм обеспечат подключение элиминейтора 0,5 к трубам диаметром 3/4 и 1 дюйм соответственно. Если же присоединительный диаметр шланга элиминейтор 3/4 дюйма, то муфт 0,5 на 3/4 и 1/4 на 1 дюйм обеспечит подключение к трубам диаметром 0,5 и 1 дюйм соответственно. Для профессиональной работы очень важно обеспечить быстрое переключение шлангов с одного трубопровода на другой. Это поможет сделать комплект Adapter Kit Pro. В него входят пары быстросъемных замков типа комблок диаметром 3/4 дюйма и переходники для их подключения к элиминейтору и штуцерам промываемого объекта. В комплект входит розетка комблок с рычагами 3/4 дюйма, ниппель комблок 3/4 дюйма, переходник резьбовой 3/4 дюйма внутренний на 0,5 дюйма наружную, переходник резьбовой 3/4 наружный на 0,5 дюйма внутреннюю и переходник резьбовой 3/4 наружный на 1 дюйм внутренний. Розетка комблок крепится на шланг элиминейтора диаметром 3/4 дюйма. Если диаметр шланга элиминейтора 0,5 дюйма, то используется еще и переходник 3/4 дюйма внутренний на 0,5 дюйма наружный, также входящий в комплект. Ниппель комблок 3/4 крепится на штуцер промываемого оборудования. При диаметре 3/4 без переходника, при диаметре 0,5 дюйма через переходник 3/4 на 0,5 дюйма, при диаметре 1 дюйм через переходник 3/4 на 1 дюйм внутренний. Быстросъемные замки комблок позволяют быстро присоединить, оценить элиминейтор и промываемый объект. PayPal Connect V4V служит для подключения элиминейторов к вторичному пластинчатому теплообменнику ГВС газовых настенных котлов. Эти котлы имеют стандартные размеры подключения, под которые рассчитан PayPal Connect V4V. Адаптер крепится винтами на входные и выходные отверстия пластинчатого теплообменника ГВС после его демонтажа из котла. К адаптеру уже присоединяются шланги элиминейтора, которые чистят теплообменник. Сначала одну сторону, потом другую. Адаптер PayPal Connect FS облегчает подключение элиминейтора при промывке системы отопления. Входной и выходной штуцеры PayPal Connect FS монтируются в корпусе адаптера. Корпус циркуляционного насоса демонтируется с его основания, а на его место устанавливается собранный PayPal Connect FS. При этом выходной штуцер адаптер оказывается подключен к напорному штуцеру насоса, а входной – к обратному штуцеру. Элиминейтеры подключаются к системе отопления через штуцера адаптера PayPal Connect FS. При переезде на объект сервисмену необходимо доставить, помимо оборудования и реагентов, шланги, занимающие много места, и инструменты и аксессуары. Сделать это поможет специальный аксессуар – круглая сумка PayPal Tube для комфортабельной транспортировки шлангов и инструментов. Стенки сумки выполнены из плотного кислотостойкого материала, сохраняющего ее форму, а крышка удобно закрывается застежку молния. В этой вместительной сумке не только разместятся необходимые к работе шланги, но и инструменты и аксессуары. А ремень на карабинной застежке позволит удобно транспортировать сумку на плече. Мы уверены, что применение оборудования, аксессуаров и реагентов компании PayPal Chemicals обеспечить длительную безаварийную эксплуатацию котельного и теплообменного оборудования и вашего элиминейтора. С вами был Дмитрий, технический специалист компании PayPal Chemicals. Arrivederci, до встречи!